Сегодня нашу разминку проведем в виде игры. Называется она «Донецу». Я вам прочитаю одну историю, а вы должны ее разгадать. Вот смотрите. Читаю историю. Футбольный комментатор ведет репортаж по радио, не видя игроков и придумывая матч на ходу. Вопрос. Зачем он это делает? Вам нужно задавать вопросы закрытые, на которые я могу ответить «да» или «нет». Угу. Давайте попробуем. Я еще раз прочитаю. Футбольный комментатор ведет репортаж по радио, не видя игроков и придумывая матч на ходу. Зачем он это делает? Как вы думаете? Задаем закрытые вопросы. Угу. Ваня. Сейчас, Ваня. По техническим причинам. Нет. Сейчас я репетирую. Нет. Сейчас я перезагружу. Давай. Вань. Вань, задавай вопрос. Вань. Юморист. Нет. Он так захотел, тоже нет. Первое апреля, нет. Вань, тебя не слышно, ни я, ни Катя не слышим. Напиши, пожалуйста, Вань. Так слышно, девчонки? Вот, слышно, да. Угу. Значит, а игра, она сама существует, она есть в реальности? Или он ее придумывает действительно? Он ее действительно придумывает. Прямо на ходу. Так, ясно. Да, это еще раз я прочитаю. Футбольный комментатор ведет репортаж по радио, не видя игроков и придумывая матч на ходу. Зачем он это делает? Какие еще предположения? Другой ведущий не пришел, и надо время занять? Нет, неправильно. Матч должен был состояться, но отменен. Да. А что дальше? Да, но зачем он это делает? Ну, отменен матч. А что дальше? Он все равно придумывает игру. Зачем? Чтобы фанаты не злились. Нет. На спорт? Нет. Заполняет эфир? Можно, да, можно и так сказать. Но зачем? Зачем он это делает? Могу дать подсказку. Отчет начальству? Нет. Даю подсказку, да? Хорошо. Смотрите, задаю вопрос. Годы, в которые это происходит, имеет значение? Да. Это была первая подсказка. Годы, в которые это происходит, имеют значение. Как вы теперь думаете?
СССР. Да, а что дальше? Нет. Ваня. Катя, ты слышишь? Нет, я тебя не слышу. Ваня, напиши, пожалуйста. Могу дать следующую подсказку. Ага. Подсказка еще больше запутали. Тогда давайте я вам еще дам подсказку. Значит, вопрос. Он делает это, чтобы ввести кого-то в заблуждение? Да. Он это делает, чтобы ввести кого-то в заблуждение? Да. Вопрос, Вань, вопрос, на который я должна буду ответить, да или нет. Сделал ставки на игру и хочет выиграть много денег. Нет. Не из-за денег. Для начальства. Нет. Нет. Вань, но рядом. Развиваем нас тут. Значит, важны годы. И нужно кого-то ввести в заблуждение. Нет. СССР, Вань, то, что ты написал, это время. Годы, да. Для иностранцев. Да. Годы важны. Выполняет план? Нет. Олимпиада? Нет. Вот Светлана очень близко для иностранцев. Чемпионат? Нет. Отводит внимание от чего-то? Да. Сгрустнулась? Нет. Чернобыль? Нет. Проблема? Можно и так сказать, да, проблема. Да. Прям, разве... у меня тоже вопрос. Какая? Можно я тоже с вами поиграю? А это вообще, это военные годы? Да. Марина, здравствуйте. Здравствуйте, Марина. Мы сейчас играем в игру. Я сейчас еще раз прочитаю задание. Нужно будет задавать закрытые вопросы, на которые я могу ответить «да» или «нет». Футбольный комментатор ведет репортаж по радио, не видя игроков и придумывая матч на ходу. Зачем он это делает? Вот мы уже решили. Смотрите. Годы, в которые это происходит, имеют значение? Да. Он это делает, чтобы ввести кого-то в заблуждение? Да. Репортаж идет в эфир? Да. Я еще раз прочитала третью подсказку, кстати. Так, Светлана, значит, врет для немцев. Светлана, потрясающе, да. Объявление войны скрыть. Рядом, да. Отвлекает внимание от проблем насущих? Нет. Очень-очень рядышком уже ответ. От наступления. Потрясающе. Да, это верный ответ. Сейчас я вам, вот Светлана правильно написала. Отвести внимание от войны. Да, я сейчас вам прочитаю саму историю. Это происходит в Англии во время Второй мировой войны. Комментатор не видит игроков из-за густого тумана. Однако туман – благоприятное условие для налета немецких бомбардировщиков. По которым нельзя будет вести огонь из зениток.
Поскольку немцы прослушивали эфир, англичане решили вести репортаж так, как если бы тумана не было. Вот он ответ. Давайте еще одну историю. Я читаю. Два человека совершенно ровно друг к другу относятся. Однако они никогда не сядут в один и тот же самолет. Кто они? Еще раз прочитаю. Два человека совершенно ровно друг к другу относятся. Однако они никогда не сядут в один и тот же самолет. Кто они? Летчик и его сменщик. Нет. Представители правительства. Поточнее. Можно сказать, да, поточнее. Враги. Нет. Они оба друг к другу совершенно ровно относятся. Президент и вице. Нет. Какие еще варианты? Могу дать подсказку. Это правило этикета. Нет. Начальство. Поточнее вопрос. Задание повторить. Угу. Два человека совершенно ровно друг к другу относятся. Однако они никогда не сядут в один и тот же самолет. Кто они? И вот Светлана нам прям точно ответ дала. Английские наследники. Правильно. Читаю. Оба наследники британской короны. Чтобы страна не осталась без монарха, в авиаперелеты всегда обоих отправляют поодиночке разными самолетами. Катастрофа обоих самолетов менее вероятна, чем одного. Да. И давайте последнюю, еще одну историю тоже интересную. Я читаю задание. Человек без загранпаспорта за день посетил 8 различных стран. И из одной его не выгнали. Как ему это удалось? Еще раз прочитаю. Человек без загранпаспорта за день посетил 8 различных стран. И ни из одной его не выгнали. Как ему это удалось? Пилот? Нет. Он президент? Нет. 8 стран посетил. Без загранпаспорта. Как ему это удалось? Тайна? Нет. Нет. Точно человек? Точно. Большая восьмерка? Нет. Только в аэропортах до контроля? Нет. Какие еще варианты? Интернет? Нет. Скажите, когда, если что, нужна будет подсказка. Континент Европа? Без разницы. Подсказка. Вопрос. Как должно происходить? Это не нарушение законов? Нет. Нарушения закона не было.
Илья, а это его как работа, это его деятельность? Да. Евросоюз. Нет. Дипломат. Вань. Молодец. Рядом. Родите. Ой. Нет. Санта-Клаус. Рядом. Шутка. Нет, это не Санта-Клаус. Вань, очень рядом. Бизнесмен. Нет. Посол. Нет. Вот дипломат, посол. Очень рядом. Министр. Нет. Аташе. Гонец. Гонец как можно еще назвать? Действует. Еще. Это работа его. Какая-то уже сказала. Журналист. Нет. Еще варианты. Почтальон. Вот рядом. Как можно еще назвать? Правильно, вот так еще назвать можно. Оксана, молодец. Правильный ответ, да, курьер. Он курьер, разносящий дипломатическую почту. Территория посольства является территорией государства, которому оно принадлежит. Вот, разминочку мы прошли. Теперь Катя нам сейчас теорию расскажет. Спасибо. Всем здравствуйте. Меня хорошо слышно? Отлично. Начинаем теоретическую часть. Напомню, что сегодня наша тема называется «Интересы сторон в переговорном процессе». Различия в понятиях «позиции» и «интересы». На первый взгляд может показаться, что понятия позиции и интересы совпадают по содержанию. То участник переговоров защищает или отстаивает, то он выражает свои позиции. На самом деле это не совсем так, а иногда и совсем не так. Интересы являются мотивировкой поведения людей на переговорах. Они являются движущей силой на фоне споров из-за позиций. Позиции сторон. Стороны – это ее точка зрения, принцип, положенный в основу поведения либо ее действий. Ее интересы – это то, что заставило ее принять решение. Позиция – это общее восприятие проблемной ситуации. Это форма и способ, каким участники переговоров выражают свои интересы. Определенная позиция – всего лишь один из способов удовлетворения интересов. Иначе говоря, с некоторой долей условности можно полагать, что интересы – это то, что именно защищает, преследует, отстаивает участник переговорного процесса, а позиция – это то, каким образом он данные интересы защищает. Из этого следует, что соотношение между понятиями «интересы» и «позиция» такое же, как и соотношение между понятиями «цель» и «средство». В характере этого соотношения, по-видимому, возможны варианты, такие как средства адекватные цели и средства цели неадекватные. Совершенно очевидно, что разглядеть за позиции интересы – это дело весьма перспективное. Но как это сделать, это гораздо менее ясно. Позиция чаще всего конкретна и ясна. Интересы же, стоящие за позицией, могут быть плохо выражены. Также, возможно, непоследовательно. Действительно, бывает очень сложно разглядеть за той или иной позицией скрывающиеся личные интересы и потребности. Чтобы этого добиться, необходимо получить как можно больше информации о взаимно интересующих фактах, точках зрения и прочности позиций сторон.
На основе полученной информации каждая сторона может определить, какими возможностями она располагает и в какой мере хочет и сможет проявить гибкость на переговорах. Важно потратить время на точное установление как различающихся, так и общих интересов обеих сторон. Противоречивые и совместимые интересы. Стороны, вступая в переговоры, всегда имеют как общие, так и различные интересы. Различные интересы – это не обязательно противоречащие друг другу. Среди них можно выделить взаимопересекающиеся и непересекающиеся интересы. Со взаимоисключающими интересами дела обстоят более или менее понятно. Они предполагают, что стороны хотят одного и того же, например, претендуют на одну территорию. Непересекающимися интересами являются такие, когда реализация интересов одной из сторон никак не затрагивает интересы другой стороны. Все интересы на переговорах необходимо рассматривать в комплексе. Бессмысленно обсуждать непересекающиеся интересы партнеров вне интересов, совпадающих и взаимоисключающих, поскольку в этом случае им вообще незачем вступать в какие-либо переговоры, так как каждый может реализовать эти интересы в одиночку. Однако в условиях все большего развития в мире интеграционных процессов непересекающихся интересов становится все меньше. Кроме того, возможно подключение непересекающихся интересов к совпадающим. Психология ожиданий в переговорном процессе. Человек определяет конкретные цели и ставит перед собой задачу, даже когда сам об этом не подозревает. То, какую цель он перед собой ставит, и определяет уровень его ожидания. Таким образом, уровень ожиданий – это отражение желаний индивида, стандартная установка, определенная им самим. Не просто пожелание, а твердое намерение добиться поставленной цели. Это определяет статус человека в его собственных глазах. Неудача в осуществлении задуманного может привести к потере самоуважения. Жизнь дает человеку быструю обратную связь, вынуждая пересматривать свои задачки или намечать новые цели. Также исключительно важную роль в переговорах играют ожидания и надежды. Они обычно связаны с мотивацией достижений. Аткинсон полагал, что человек находится под властью двух противоречивых чувств. Одно из них – желание добиться успехов, а другое – это страх перед поражением. Человек определяет для себя цель, учитывая потребность в ее достижении, в ожидаемом вознаграждении, в опасности неудачи, в возможных санкциях, в ожидании успеха. Человек обычно не проделывает необходимые для этого скрупулезные расчеты, тем не менее он стремится как можно более тщательно продумать конкретную переговорную ситуацию, основываясь на прошлом опыте своих успехах и поражениях в сходных ситуациях. Обычно человек определяет уровень своих ожиданий, оценивая удовольствие, связанное с успехом, и ограничения, связанные с неудачей. И сейчас мне хотелось бы задать вам вопрос, как вы понимаете понятие «ваша позиция» и «ваши интересы»? То есть еще раз повторюсь. Как вы понимаете понятие «ваша позиция» и «ваши интересы»? Вот, я вставила сюда в чат. Как вы понимаете это понятие «позиция»? То, что я заявляю. Ну, можно и так, в принципе, сказать. А как если вот точнее? Интерес то, что я хочу получить. А у кого, ну, возможно, у кого еще какие варианты есть? Оксана? Позиция, точка, это... Да, можно так сказать. Позиция – это точка зрения. То есть позиция – это нечто, то, о чем вы приняли решение.
уже на данный момент. А интересы это... Это что? Вань. Вань, может, ты нам поможешь? Так, Ваню не слышно. Так, что же такое интересы? Марин, как вы понимаете, интересы? Так, ну хорошо, я скажу то, что интересы – это нечто, что заставило вас принять решение. То есть не будет интересов, да, не будет решений. То есть зачем нам это? А позиция – это то, это нечто, о чем вы приняли решение уже, находясь в некой позиции. Так, ну с теоретической частью мы закончили. Либо интерес – побудительный мотив. Совершенно верно. Да, совершенно верно. Вот, да. Ваша позиция – это нечто, о чем вы приняли решение. И ваш интерес – это нечто, что заставило вас принять решение. Да, спасибо. Задание. Приятеля не слышно. Не слышно, да. Меня слышно, да, всем? Все, все слышно. Слышно. Хорошо. Сейчас я вам прочитаю ситуацию. Представим себе ситуацию, когда два человека ссорятся в библиотеке. Один из них хочет открыть окно, другой предпочитает закрытое окно. Они спорят, насколько его открыть. Оставить щелочку, открыть наполовину или на три четверти. Ни одно из этих решений не устраивает обоих. Входит библиотекарь и спрашивает одного из них, почему он хочет открыть окно. Тот отвечает, для свежего воздуха. Она спрашивает второго, почему он хочет, чтобы окно было закрыто. Чтобы избежать сквозняка, отвечает он. Угу. Значит, какое решение разумное вы можете предложить в этой ситуации, чтобы удовлетворить интересы двух сторон? Нужно еще раз прочитать ситуацию. Нужно разогнать их не подойдет, потому что нужно как-то удовлетворить их интересы. Света. Можно пересесть одному из них туда, где не будет сквозняка. Он не хочет прочитать. Хорошо. Два человека ссорятся в библиотеке. Один из них хочет открыть окно. Другой предпочитает закрытое окно. Они спорят, насколько его открыть. Оставить щелочку, открыть наполовину или на три четверти. Ни одно из этих решений не устраивает обоих. Входит библиотекарь и спрашивает одного из них, почему он хочет открыть окно. Тот отвечает, для свежего воздуха. Она спрашивает другого, почему он хочет, чтобы окно было закрыто. Чтобы избежать сквозняка, отвечает он. Решение. Открыть окно в другом месте или закрыть дверь, чтобы не было сквозняка. Светлана, потрясающий ответ. Прям наш ответ. Гость. Угу, согласен. Еще какие-нибудь вдруг решения кто-то скажет? Главная опасность – сквозняк. А другому нужен свежий воздух. Допустим, он без него не может.
еще какое-нибудь решение кто-нибудь скажет? Как вы думаете? Я сейчас прочитаю, что в этой ситуации сделала библиотекарь. Читаю? Или кто-то еще пишет? Давайте я прочитаю тогда. После минутного раздумья библиотекарь широко открывает окно в соседней комнате, и свежий воздух поступает без сквозняка. Вот такой мудрый у нас библиотекарь. И Светлана. Так, Настя, включить кондиционер, а другому пересесть в другое место, где не дует. Они вот не хотят друг другу уступать. И хотят остаться на своих местах. Вот. Ну, давайте еще следующее упражнение, тоже оно интересное. Мы сейчас подключим Катю. Смотрите, представим себе теперь такую ситуацию, что Екатерина устраивается к вам в фирму на работу на должность психолога. У Екатерины имеется скрытый интерес. Скрытый интерес. Вам необходимо, задавая ей вопросы, раскрыть истину. Вот, сейчас Катя придет к вам на собеседование. Катя, пожалуйста. Здравствуйте. Я хотела бы к вам попасть на работу. Вот. Может быть, у вас есть какие-то ко мне вопросы? В качестве психолога. На должность психолога. Да, на должность психолога. А вы знаете, мне просто очень нравится ваша фирма. Она является достаточно престижной и удобной мне по месту работы, недалеко добираться до вас. Задаем вопросы. Катя приносит интерес. Сфера психологии. Ой, да вы знаете, я в любой сфере психологии, но в основном в общей психологии. Так, скажу так. Это не важно вообще, какая сфера. Чем вы хотите у нас заниматься? Я хочу заниматься практической психологией. А что вас конкретно интересует? Откуда вы нас узнали? Ой, да вы знаете, я просматривала в интернете заявление о работе, то есть вакансии, и вот нашла вашу фирму. Не согласны про сферу? В чем именно вы не согласны? Ну, вы предлагаете вакансию психолог, правильно? Вот, я закончила факультет психологии. А, ну, конечно, я буду проводить тренинги, буду заниматься документацией, также я буду проводить какие-то лекции вашим сотрудникам. А какие причины заинтересованности, помимо вышесказанных? Ну, мне просто как-то, в принципе, нет, мне просто очень подходит ваша фирма. Какой график? Да мне вообще это не важно. То есть я могу работать 5 дней, 5-2. Вас интересует научная работа? Ну, я не преследую такой цели наукой заниматься, но я бы не отказалась. Ваня. Но нужно найти скрытый интерес у Кати. Так, а почему это мне вопрос или вопрос Ване? Да, Вань.
Уже знаете, нет. Я не состою в браке. С кем вы хотите работать? Ну, я не против и она поработать, если есть такая возможность. Зарплата устраивает? Ну, вполне, да, меня устраивает ваша зарплата. Хотелось бы больше, конечно, но... Ваня там пишет, сейчас он напишет. Опыт работы... А, опыт работы, да, ну, как сказать. Опыт работы, ну, чуть-чуть. Нет, на самом деле опыта работы у меня нету. А в каких я до этого, к сожалению, нигде не практиковалась, так как только в этом году выпустилась из университета. Во время практики? Ну, это чуть-чуть другое. Да, в принципе, я согласна на командировки. Почему бы нет? Вот вы знаете, потому что вы нигде не найдете больше такого психолога. Я вам просто идеально подхожу. Да. В ходе процесса, в ходе работы вы не усомнитесь в этом. Ну да, есть такой момент. Ну, Ваня, отказал. А, да, я владею программой СПСС и так далее. Вань, мы специально отвечаем. Я же специально отвечаю. Честно сказать, какой скрытый интерес. Нет, у меня нету никаких связей родственников в вашей фирме. Да, Ваня, ты немножко так пугает твои большие буквы. Кажется, меня не хотят брать на работу. О, спасибо. На испытательный срок взяла. Интересно, кстати, почему она хочет устроиться именно к вам на работу в качестве психолога, на должность психолога. У Кати есть точно какой-то скрытый интерес. Ой. Ой. Да.
Да, я готова на любые условия, в принципе. Важна, да, но не так, чтобы я оставила ее приоритеты на первый план. Хороший такой вопрос. Кстати, у тебя работает симпатия в этой фирме? В этой фирме? Вот я сейчас думаю просто, нет, не работает. Да. Да, именно по диплому. Давай. Желание доказать кому-то. Ну, знаете, в первую очередь для себя доказать, что я могу. У меня все получится. Вай. Просто ответь. Я закончила Московский государственный университет коррекционной педагогики, специальность спецпсихолог. А где же скрытые интересы у тебя? Проходила практику? Я проходила практику в школе. Да, именно спецпсих. Когда Катя к вам пришла устраиваться на работу, она уже дала подсказку. Почему ушли с прежнего места? А вы знаете, у меня не было прежнего места. И не буду лукавить, я просто очень хотела, на самом деле, устроиться в другую фирму на работу, но меня не взяли, и поэтому пришлось и к вам. Это уже прям подсказка, практически правильный ответ сейчас был. Вам нужен чуть-чуть еще да. Что сказать. Давай. Алло. Не слышно. Нет, не канон, нет, в принципе. Не особо важно. Не слышно. Ой, знаете, там до вас я пошла на фирму, очень-очень приятно. Но, к сожалению, мне сказали, так у меня... Говорить нет, я... Ладно, не, ну ладно, сейчас я скажу. Но так как у меня нету опыта работы, я не дотягиваю до престижа этой компании, и поэтому мне отказали. Поэтому она пришла к вам. Да. Чтобы... Ну да, в какой-то, да, это как один из... Да, да, вот Елена очень хорошо. Угу. Да. Угу. Да, ну да, обязательно мне нужен опыт работы.
уже близко прям. Для чего? Потрясающе. Да, ура! Совершенно верно. Да, чтобы устроиться мне на ту. Да, чтобы устроиться мне на ту фирму. Чтобы через вас офис устроиться в более престижную фирму. Вот такая я плохая. Я поступила бы так же. Ну, да. Вот это был скрытый интерес. Благодаря вопросам, которые мы задавали, мы выявили, что Катя у нас вот такая, да, Катя? Да, вот такая. Спасибо большое за занятие. Мы сейчас заканчиваем, потому что в 2 часа будет другой предмет. Да. Вот. Всем большое спасибо. Большое спасибо. Да. Спасибо за вопросы. Было интересно. Я надеюсь, вам тоже. Вот. И, может быть, есть какие-то вопросы. Да. Кстати, да, Ваня. Все, да, всего доброго. Спасибо. До свидания. Всем.